Всем привет! Сегодня я буду снимать вам видео по каталогу номер 14 компании Avon. Давно не снимала видео, немножечко уже от этого отвыкла, все никак не соберусь. Лето было насыщенное, некогда было выкладывать видео. Если честно, я снимала видео и даже много, но они у меня скопились все благополучно в одну папочку. И до редактирования никак не дойдет очередь. Так что, да. Приступим тогда смотреть, что мне пришло. Пришло мне, как обычно, кучу бумажни. Ну, вы понимаете, как это и что это. Также я заказала, потому что уже заканчиваются пакетики с бабочками. Наверное, начнем с вами с таких вот вещей, как декоративная косметика. Заказала у меня мама моего молодого человека попробовать помады. Пробники заказала. Ну, точнее, вот этот оттенок у нее был, мылый розжевый. Это помада Ультра. Вот это она заказала спекотни тропики. И Ранкова Троянда вроде бы, как-то так называется оттенок. По сути, знаете, так посмотрела, они три оттенка практически одинаковые. Просто растяжка одного тона, только от светлого просто к темному. Они мне практически одинаковые. Следующее, что из декоративки заказала я себе. Вот Color Trend губную помаду. Она, я так понимаю, идет как стика губная помада Кокетка. Кокетка, да. В оттенке у меня Лолита. Вот так она выглядит. Конечно, такой дизайнник дешевый, какой-то маркер, ей-богу. Но оттенок мне понравился, честно говоря. Вот так он выглядит. Красивый цвет. Он такой, знаете, бордовый с золотистым шиммером. Конечно, я заказывала через интернет витрину, он более был с фиолетовинкой. Но здесь есть такая фиолетовинка, она просматривается, конечно. Но основной тон его идет бордовый, а потом уже фиолетовинка с золотистым шиммером. Но мне понравилось, как она ложится на губы, как она смотрится. Я вот довольна, честно скажу вам, этой помадой. За те копеечки, которые я купила, пускай будет. Я думаю, когда-то в каких-то макияжиках она мне пригодится. Так, следующее, что мне заказала моя подружка, это был вот такой вот от Avon Care. Интенсивная помощь, бальзамчик для губ. Не знаю, у меня были другие разные когда-то. Мне всегда, ну так... А большого, короче, удовольствия от них я не получала. Не знаю, как этот и как сейчас эти бальзамы. Посмотрим, узнаю у подруги, как говорится. Понравится ей, нет? Так как раньше их брала, я от них большого восторга, честно говоря, не испытывала. Но посмотрим. Также она у меня заказала, точнее ее мама, вот такие вот NutriFX. Получается, антивозрастной уход плюс. Это два крема, ночной и дневной. В дневной имеет SPF фактор 20. Не знаю ничего об этих кремах, у меня их нету ни у мамы, ни у меня. Поэтому, не знаю, сказать ничего не могу. Хотя по пробнику пробовала мама моего молодого человека. Я ей давала пробник именно этой линейки. Она сказала, хороший эффект. Но запах, вот для, лично ей был запах рисковатый, она сказала, именно в этих кремах. Ну, я наслышана, конечно, о них только хорошие отзывы. И еще что заказала подругина мама, это был вот такой вот NutriFX комплекс Active Seed, антивозрастной уход, тоже крем для кожи вокруг глаз. Меня очень одно удивило, в каталоге он подан как кремик в тюбике. Но когда я заказала, мне пришел заказ, я была странно удивлена, так как прислали вот такую маленькую коробочку. И вот кремчик для кожи круг век выглядит вот так вот. Ну, может, даже лучше, так оно хоть презентабельнее, чем тот тюбичек.
Так что да. Ну вот я не понимаю, почему в каталоге подают как тюбик этот крем. Так, следующий заказала у меня моя одногруппница. Вот такой вот от Naturals крем для лица, питательный, молоко и мед. Что могу сказать? Здесь 75 миллилитров. Он не фольгированный идет. Просто вот такой белый крем. По запаху я не знаю. Мне он далеко не молоком и медом пахнет, а пахнет какой-то, знаете, ванилью или орехом макадамии. Вот очень резкий крем. И на лицо его наносить, я думаю, я бы не выдержала. Меня бы тошнить просто начало, извините, конечно. Ну, заказала, наверное, нравится. Причем всем, что говорит, уже не первый раз его берет, нравится, значит, пусть нравится, как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Так, следующее, что мне заказали, это был вот такой вот гель для душа, Avon Senses, увлажняющий, пробуждающий цитрусовый заряд. Здесь сочный грейпфрут и мандарин. Я думаю, говорить об этом геле я много не буду, все знают, что они прекрасные просто, и в этом каталоге была хорошая акция на него, мне девочка взяла, выгоднее, конечно, взять большой было в этом каталоге, нежели маленький, так что да, и сама пользуюсь, довольно классный, короче. Следующее, тоже, кстати, можно было отнести до декоративки, но я же клушечка, забыла. Вот такой вот демакияж. Средство, короче, для снятия макияжа с глаз. Здесь 150 миллилитров. У меня уже такая бутылочка не первая. Мне нравится. Четверку могу точно поставить за него. Неплохо, в принципе, за свои деньги. Конечно, можно было бы и лучше, но не имеет никакого запаха. Следующее, что у меня заказали, это мама молодого человека. Вот такой вот спрей, дезодорант от неприятного запаха. Малюточка вообще, не знаю, за такие деньги, такой 75 миллилитров, малюсенький такой. Как этот будет справляться, я не знаю. Но и за такие деньги такая малюточка. Меня немножечко вот это вот расстроило. Следующий продукт, который у меня заказали, это такое вот восстанавливающее средство для нужных ванночек с английской солью. Здесь 100 миллилитров. Вообще классная штука, если честно. Если вы хотите попарить ножки, порелаксировать, отдохнуть. У меня такой только с лавандой. Я, честно, запахом довольна. И вот всем, что он делает и как он вообще работает с моими ногами, дружит, как он с ними, можно так сказать. Я довольна, мне все устраивает. Тот пахнет, конечно, очень приятно. Сейчас понюхаем, как этот. А это, знаете, жвачкой, просто орбитом мятным он пахнет, и все. Ну, я думаю, это, в принципе, тоже неплохо. Особенно, когда летом себе в ванночке делаешь от загрубевших пяток, и такой запах мятненький. Я думаю, это круто. Но у меня, честно, такое средство с лавандой, я безумнейше довольна, и я не жалею, что я когда-то его приобрела. Следующее, что я купила, это были вот такие вот обыкновенные две пулочки. Ничего особенного, я думаю, будем пробовать. Вроде такие шершавенькие, посмотрим, как они будут пилять. И из такого мелочевочки я заказала. Идут же уже праздники. Как им кажут, свята наближаются новогодние. Поэтому я заказала вот коробочку такую для украшений. Вот так она выглядит. Вот такая серебряненькая. В принципе, неплохо сделанная. И ничего плохого о ней сказать не могу. Внутри есть вот такая вот штучка. Ой, сейчас вытяну. Она вообще вот такая вот мягенькая. Здесь я уже, как видите, положила брошку. Сейчас достану, покажу вам. Вот такая вот брошь. На камере она как-то некрасиво передается. Живую поинтереснее, как говорится, будет. Вот такую брошку маме приготовила. И вот такой вот коробочки. Еще что-то докуплю сюда, какое-то украшение. Посмотрим, если найду что-то красивенькое. Так что да, коробочка, в принципе, хорошая, и можете брать
Не переживая, что вам что-то не такое вот некачественное придет. В принципе, этим я довольна. И последняя виновница вот этого всего заказа, виновница. Это очень желанный, я не знаю, подарок, но у меня его заберут, поэтому вам распаковывать не буду. Честно скажу, я уже померила, чтобы знать, подойдет мне или нет. Но распаковывать сейчас вам не буду показывать, просто вставлю картинку. Это вот такая вот пижамка-сова. Видите, ее даже такой красивой ленточкой перевязали. Там и бирка такая висит, что это Avon, все. Мне понравилось. Пижамка качественная, приятная к телу. Я немножко, правда, прогадала с размером. Она чуть-чуть на меня великовата. Но спать, она, мне кажется, вот эта великоватость нигде меня не будет сковывать. Я смогу спать и звездой, и ноги на стену закину, и все что угодно. Так что да, вот такая вот пижамка. Уйдет ждать новогодней ночи. Так что да. Вот это был весь мой такой заказик небольшой. Так что спасибо, что смотрели меня. Ставьте пальчики вверх, если вам было интересно. И всем до скорых встреч. Пока-пока-пока-пока. Пришел заказик. Очень маленький. Моего вообще ничего в нем нет. Начнем давайте с такого средства. Заказала у меня клиентка. Это InU Ultimate. Очищающее, омолаживающее средство для лица. Здесь 125 мл. Никогда с таким не сталкивалась. Не знаю, какое оно даже. Да и мне пока омолаживать нечего. Давайте посмотрим текстурку. Обыкновенная кремовая белая текстура, ничего особенного. Следующее, это все будет декоративная косметика. Так что да, заказали мне вот такую вот та же клиентка помаду губную ультра в оттенке тенистическая орхидея, что ли, такое. Такой он там сливовый. Я, короче, там все равно ничего не видно. Поэтому ставлю к этой помаде вам картинку. Посмотрите. Вот такие вот стойкие экстра ластинг с линейки тенюшки в каком-то фиолетовом оттеночке. Тоже распечатывать не буду, это тоже этой же клиентки. Вот, если можете видеть, фиолетовый оттеночек. Вот этот вот она заказывала. Фиолетовая дымка называется оттенок. И следующие продукты. Это мне заказали два набора в прошлом каталоге, я сделала акции, и мне вышло два набора люксовой косметики заказать. Ну, короче, я предложила своим постоянным клиенткам, так как они мне много заказывают, и хочется их чем-то тоже порадовать и себе как бы поднять статус, рейтинг, поэтому я им предложила по выгодной цене заказать наборы. И они мне заказали вот таких вот милых, мне нравится люкс в милых коробочках, таких выпускает свою продукцию. А вот такие две тональные основы. Как вы видите, одна с розовым подтоном, а вторая более такая вот бежевая. Это у нас вроде бы натуральный, да, нюд оттенок. А вот этот вот порцеляновый. Сейчас посмотрим. Да, вот таким вот дозатором идет. Это основа тональная. Здесь в ней есть так, SPF 20 фактор. Так что летом ее можно спокойно использовать. И следующие два продукта тоже в таких же масечках. Масечках, коробочечках. Тоже миленьких. Это две губные помадки. Вот такие вот. Одна в оттенке Runway Plump, а вторая Nude Sleep. Давайте посмотрим Runway Plump, как выглядит. Вот такая вот красивезная цветом сливовая помада. Даже очень-очень красивая. Вот. Такая. Крашутка. Тоже есть гравировка люкс. Мне нравится. Качественная, красивая упаковка такая. Презентабельная. Подарить можно и
Вообще, мне нравится. И второй это оттеночек у нас Nude Sleep, да? Nude Sleep. Вот так вот она выглядит. Такой розовый оттенок. Розовый, он какой-то даже такой бежеватый слегка.